вы сейчас только сказали, что мы должны выходить на новый уровень, а мы как раз вот поэтому по борьбе, по вот этим видам спортивным, кстати, и у нас есть чемпионы мира, и уже на этом уровне где-то, по крайней мере, спортивная газета участвует, эта федерация будет терять время. Он сочувствует, что где-то выйдет что-нибудь. Перевод ланфо, значит, на английский язык, он и стоит так. Несколько его переговоры с американским переводчиком, который, значит, согласился это перевести, начал было, потом через некоторое время отказался. И сейчас были две возможности, Егорова. Андросова душе. Она, значит, берется организовать это дело, и, видимо, контракт будет заключен именно вот с этой группой. То есть человек окружается. Но вот кроме, то есть тут в этом плане дело идет не так быстро, как бы хотелось. Но с другой стороны, значит, вот совершенно неожиданно, значит, вроде бы тут значит, перевод ланфо на корейский язык. То есть тут в одном отношении как бы у нас графика стоит, но с другой стороны совершенно. Нет, есть, значит, там во Франции ассоциация вот, как, корейской культуры. Через вот эту ассоциацию. Да, пожалуйста. Которая, значит, финансируется Корейством Южной Кореи. Соединяется отсюда. Скажите, пожалуйста, а вы не можете там организовать какой-то печатный орган или что, какой-то журнал, или же... Нет, ну естественно, сказать, это хоть завтра сказать, это самое журнал, комитет программ «Смотрительство высота». Или, так сказать, этот Фиджи, так сказать, вот федерация по этим играм, она будет иметь, конечно, бюллетень, так сказать, и так далее. Но ведь нужно за читателей. Ну, хорошо, ясно. Вообще-то можно, да? Или у вас есть? Можно. Значит, можно. А мы можем пригласить преподавателя французского языка в наш университет? Вообще контакт университет, каким университетом можно с Якутским университетом институт установить? Ну, так, значит, надеюсь, что в ближайшее время поедет командировка Василий Васильевич. И с ним мы там плотно поработаем. И, значит, максимально используем имеющиеся связи. И надеюсь, что после этого визита будет. Так, еще, пожалуйста. Переводной литературы у нас, например, вот географическое вот такое путешествие, занимательно, понимаете? Читаешь вот там по какой-нибудь небольшой стране и с удовольствием это вот, может быть, поставить у нас вот на конкурсной основе, вот издать вот такую занимательную и очень увлекательную книгу по Якутии. Где там, значит, если только сахар... Не сухую такую, что вот мы такие хорошие, да. А просто, вот, знаете, чтобы ее зачитать, можно было с удовольствием, как это... Владимир Васильевич, вы профессор наш, живущий в Париже. У вас дома сколько слуг, служанок и вспомогательных персоналов? Я, вообще говоря, в общем, не сторонник того, чтобы Якутия создавала слишком такие официальные скажем, структуры с чиновниками за рубежом, потому что, значит, как показывает мой опыт общения с чиновниками, они часто заинтересованы в процессе, а не в результате. Идет процесс, идет зарплата.
значит, и, ну и вообще у него другой менталитет. Я думаю, что будет лучше, если там будет действительно находиться человек, значит, ну, с интеллектом определенным, если там будут находиться стажеры и так далее, и все они будут как-то делать какое-то дело.